Сегодня мы рыбачим на блесну и пытаемся поймать хищную рыбу. Это окунь, судак и щука. Хотя водоем богаты другими видами, в том числе и плотва, и лещ, и карась, и ёрш. Для начала мы промеряем, какая глубина под нами. Мы находимся на глубине 4 метров. Блесна имитирует маленькую рыбку. Соответственно, поднимая и опуская блесну, мы имитируем игру маленького малька. Сделав несколько взмахов блесной и не увидев ни одной поклевки, можно смело двигаться дальше. В этом месте рыбы нет. Каждый рыболов убирает блесну по своему усмотрению. Зачастую это бывает либо у кого-то подсмотренные варианты, либо уже проверенные на предыдущих рыбалках. Зимние блесны отличаются от летних принципиально тем, что они передвигаются вертикально. Если летом мы забрасываем блесну и спиннингом подтягиваем ее на себя, то зимой мы не можем этого сделать. Мы поймали окуня, но кроме этого нам достался еще один трофей. Посмотрите, у этой рыбы во рту чужая мормышка. Она оборвала леску другого рыболова, но не прошла мимо нашего крючка.